Председатель Кабинета министров Улугбек Марепов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Социалистической Республики Вьетнам в Кыргызской Республике Нгуен Тхи Хуньгуань. Улугбек Марипов подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение отношениям дружбы и расширению сотрудничества с Вьетнамом как страной с интенсивно развивающейся экономикой. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Вьетнамом. Обменялись мнениями относительно активизации кыргызско-вьетнамского сотрудничества в туристической сфере, укрепления контактов между деловыми кругами двух стран, открытие прямого авиасообщения между Бишкеком и Ханоем. Как отметил председатель Кабинета министров, между Кыргызстаном и Вьетнамом имеется большой потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества, существенного увеличения товарооборота и развития инвестиционного взаимодействия. Глава Кабинета министров поздравил посла с назначением на должность и выразил надежду на расширение двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В свою очередь, посол Нгуен Тхи Хуньгуань также выразила надежду на дальнейшее укрепление и развитие двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Вьетнамом и передала слова поздравления от премьер-министра Вьетнама Фам Минчинь в связи с предстоящим празднованием Дня независимости Кыргызстана.